Приветствую всех любителей Игры Миллионов на своем канале Футбол Сан. Представляю впечатления про матч третьего тура Лиги Европы 2023-2024 Байер Леверкузен Германия Карабах Агдам Азербайджан, в котором гости пропустили свой первый гол в групповом раунде уже на 4-й минуте от Флориана Вирца, но уже на 16-й Торал Байрамов четко реализовал пенальти 1-1. Футболисты Карабаха не стушевались перед авторитетным соперником и быстро ответили голом на гол. Только вот лидер немецкой Бундеслиги и к матчам Лиги Европы относится с полным серьезом. Пенальти, реализованное Байрамовым, только разодорило фармацевтов, и они понеслись вперед всей своей мощью, против которой Карабах не имел противоядий. В итоге еще до перерыва Алехандро Гримальдо на 29-й минуте протолкнул мяч в сетку ворот Андрея Лунева, а на 35-й Виктор Бонифасе, или же Бонифейс, как говорит украинский телекомментатор, своей пушкой не оставил гостям шанса на спасение 3-1. Сразу же после перерыва избиение Карабаха продолжилось. Гримальдо на 54-й минуте оформил дубль, а потом Эдмонд Тапсоба на 57-й вообще окунает гостей в холодный душ. 5-1. Байер устроил Карабаху настоящую порку, причем порку показательную. Мол, знай, кто в нашем доме группы H настоящий хозяин. Но я бы не стал на месте футболистов Карабаха сильно расстраиваться. Ведь теперь они прощупали всех своих соперников и прекрасно знают, что от кого можно ожидать. Значит, нужно готовиться к достойной ответке с Байером и настраиваться на основную борьбу за второе место с норвежским Мольде, который разгромил Хекен дома 5-1. Да и шведский клуб не стоит сбрасывать со счетов. Болеем за наши команды, с вами был Саныч, до новых встреч!